10-летний ярославец Сергей Никифоров станет участником Всемирных игр победителей. Это международное спортивное состязание для детей, которые уже стали настоящими чемпионами и побороли тяжелое заболевание. 6 лет назад Сереже Никифорову поставили страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. За 2 года он пережил не один десяток уколов и химиотерапии. Сегодня болезнь отступила, и школьник усердно занимается спортом. В прошлом году на международных соревнованиях Сергей занял 1-е место в сборной по футболу и 6-е по легкой атлетике в беге на 60 метров. В этом году планы еще более амбициозные, поэтому вместе с мамой Сережа не пропускает ни одной тренировки. А в этом году, конечно, рассчитываем еще на медали. Но пусть не на 1-е место, хотя бы там золото, не на золото, а на бронзу или серебро. Ну, в этом году уже больше тренировался, потому что уже знает, что... Он идет в категорию с 10 до 12, а в том году мы были с младшими, там, с 7 до 9. Конечно, переживает и чувствует ответственность. Всемирные игры победителей – это самое крупное международное соревнование для детей, перенесших онкологические заболевания. Состязания пройдут со 2 по 6 августа в Москве уже в 8-й раз. В этом году в играх победителей примут участие более 500 детей из 16 стран мира. Ярославскую область представит сборная команда из 6 ребят в возрасте от 10 до 16 лет из Ярославля, Рыбинска и Переславля района.